What is up, guys? This is Cyrilev from Good Habit School. Меня зовут Кирилл, я из школы Good Habit. Сегодня расскажу вам о 6 главных вещах, которым нас с вами неправильно учили в школе. И все это из-за устаревших методик, которые причем устаревшие по всему миру. Вот мы недавно общались с нейтивом, который учился в самой Англии. И вы представьте себе, что даже там порой не знают, как обучать иностранцев английскому языку. Что уж говорить о наших с вами школах. Сразу расскажу о своем опыте. 11 лет я пытался выучить английский язык в школе. Что из этого вышло? Абсолютно ничего. Я не мог связать даже пары предложений. А уж о разговоре с нейтивом и говорить не стоит. Пару раз я встречался с нейтивами за границей. Ничего не получалось. Я думал, что я хорошо знаю английский язык, но я его знал только теоретически, не практически. И только сквозь кучу проб и ошибок уже после выпуска из школы я научился нормально разговаривать на английском языке. Поэтому сегодня расскажу вам об этих ошибках, которые мы с вами совершаем, совершали, и я очень надеюсь, что это поможет вам изменить свое мнение, как правильно изучать английский язык. Короче, поехали. Итак, первая ошибка, как ни странно, это боязнь ошибок. Не нужно бояться ошибаться. Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что у меня в школе внедрили вот эту вот боязнь поднять руку и ответить неправильно. Этого не нужно бояться. Порой мы боимся общественного осуждения, мы боимся ошибиться, мы боимся сказать что-то не так, прозвучать глупо. Но вы поймите, это все ерунда, сплошная ерунда. Вот недавно была история. Мы снимали одно видео с нейтивом, Эл Чуи. И мой друг пытался с ним поговорить. И у него, в принципе, получалось. Да, грамматически где-то неверно, да, где-то он совершал ошибки или забывал слова. Но он пытался. Вы думаете, нейтив над ним смеялся? Нет, конечно, он ему респектовал за то, что мой друг пытался заговорить на его родном языке. Это вызывает только уважение. Методом проб, методом ошибок вы преодолеваете это все и пытаетесь говорить. В этом вся суть освоения любого навыка. Вспомните хотя бы свое детство, когда вы пытались научиться ездить на велосипеде. Вы же после того, как первый раз упали, не бросили это дело? Вы падали снова и снова, снова садились, снова падали. 10 раз упали, 15 раз упали, но на 20-й раз вы поехали. То же самое с английским языком. Не бойтесь ошибаться. Также у нас в Speaking Club никто тебя не осудит. Все такие же люди, как ты. Все пришли туда учиться, все пришли пробовать себя. Поэтому не бойся ошибаться, не бойся говорить. Короче, я думаю, достаточно тебя замотивировал. Переходим к следующему. Я думаю, следующей ошибкой в школе было учить нас по строго структурированной программе. В школе всегда шли от простого к сложному. Один за одним осваивали грамматические правила. И вот в школе казалось, что прежде чем заговорить на английском, тебе нужно выучить все. Все грамматические правила, все слова. Но это не так. Нужно пытаться начинать говорить с самого первого занятия. Нужно окружать себя языком, миксовать его. Миксовать сложные правила с легкими. Сложные слова с простыми и так далее. Именно так учатся дети. Они же слушают родителей, а родители не пытаются упростить свой язык рядом с ребенком. Hello, I'm Lucien, and I'm age 7 in year 3. То же самое и с вами. Когда вы начинаете учить английский язык, вы пробуете максимально себя в него погрузить. Не нужно какую-то искать структурированную программу, нужно просто начинать пытаться разговаривать. Представьте, что вам год, и тут приходят мама с папой и дают вам вот такой вот словарь, вот такой вот талмуд с грамматическими правилами, и говорят, держи, учи, а потом мы с тобой поговорим через пару лет. Вы думаете, это нормально? Вы думаете, вы что-то освоите? Нет, то же самое, здесь то же самое, абсолютно то же самое. The same thing. Ребят, не знаю, как у вас, может быть, есть какие-то уникальные школы, где вот эту ошибку не совершают, но у меня в школе такого не было. У нас не было практики говорения. У нас в школе было слишком много теорий без практики. У нас ее вообще не было. Абсолютно. Мы даже не делали какие-то презентации, у нас не было спикинг-клабов, мы не разговаривали. Все, что было, это какие-то artificial situations, какие-то невероятные придуманные истории, которых в жизни никогда не будет. И это важно понимать, нужно практиковаться всегда, с самого первого занятия. Даже с маленьким вокабуляром, даже с тем, что вы знаете всего лишь парочку грамматических правил. На опыте знаю, что можно стать fluent, то есть человеком, который свободно говорит на английском языке, даже с сотни слов. Если человек знает 100 слов, но практиковал это ежедневно, практиковал говорение, то он может говорить свободно. И я думаю, что это круче знать 100 слов и говорить свободно, чем знать 10 тысяч слов и не говорить нифига. С кем говорить, да с кем угодно. Найдите себе друга по изучению английского языка.
Зайдите в любимую игру и включите, просто включите voice chat и начните пытаться говорить на английском языке. Так, например, Greg T выучил английский. И я также после того, как выпустился из школы, начал практиковать английский язык в Dota. Это моя любимая игра, и поэтому я совмещал приятное с полезным хобби с изучением английского языка. Не играешь же в Dota или у тебя нету друга по изучению английского, у нас есть Speaking Club. Всего 2500 в месяц, а какой прогресс? У нас есть Native, у нас есть ребята, которые также изучают, как и ты, английский язык. Если бы у меня в детстве была возможность записаться в Speaking Club, я бы с радостью туда пошел. Мои родители бы сразу просто выкинули эти 2500. Я по 15 тысяч в месяц платил за то, чтобы изучать английский язык, но за 11 лет я ничего для себя не выяснил нормального. Я не смог заговорить на английском. И еще фигня, которая меня бесит, наверное, больше всего, это непостоянность. Опять же, не знаю, как у вас. Есть, наверное, некоторые лингвистические школы, где уроки английского каждый день, но у нас они были 2 раза в неделю. 2 часа в неделю, всего лишь 2 часа. Что можно усвоить за 2 часа. Как говорил Брюс Ли, я не боюсь человека, который знает 1000 ударов. Я боюсь человека, который отработал 1 удар 1000 раз. Я не уважаю человека, который знает 1000 слов, кто не может говорить на английском. Я уважаю человека, который знает 100 слов, кто практикуется каждый день по 25 минут со школы английского Good Habit. В этом суть. Вы отрабатываете навык каждый день. 20 минут, 25 минут в день. Да, это немного, но вы посчитайте, простая математика, давайте проведем простую математику. 20 минут в день, 600 минут в месяц, 7200 минут в год, это 120 часов, 120 часов занятий. То есть простая математика, 120 часов, если час стоит 1000 рублей, 120 тысяч рублей, 2000 рублей, это уже там 240 тысяч рублей. Вот скажите, что выгоднее отдать 25-30 тысяч рублей? Или заплатить 200 тысяч рублей и при этом не получить никакого результата. Вы поймите, что в нашей школе мы раскрываем вам тот самый секрет, который вы ищете. Как именно заговорить на английском. Не как его учить ежедневно, вот эти вот листочки Талмуда и колонки слов. Как заговорить на английском языке. Наша задача научить тебя так английскому, внедрить такую привычку, чтобы дальше ты смог совершенствоваться в нем сам. То есть тебе не обязательно залетать к нам на год, там, не знаю, на 2 года. Ты можешь залететь просто на месяц, на пару-тройку месяцев и продолжать самому. Да, короче, 4-е правило это consistency is the key. Регулярность. Не 2 часа в неделю, а по 20 минут каждый день. Сейчас, наверное, повторюсь, но все же. Вам не нужно учить весь английский, чтобы начать на нем говорить. Вот важно понимать свою цель. Допустим, вы хотели посмотреть сериал на английском. Вот представьте, вы 2 года потратили на освоение грамматики, изучение слов, а потом вы смотрите этот сериал и понимаете, что вам даже половина из того, что вы выучили, не пригодилась. Так получается, нахрена вы потратили столько времени, потратили столько денег и ресурсов на то, что вам не нужно? Поэтому правильно выбирайте цель освоения английского языка. Если хотите путешествовать, это одно, хотите смотреть сериалы, это другое. Мы стараемся в нашей школе объединить это все и дать вам такую базу, с которой вы сможете сделать абсолютно все. Вы сможете смотреть любые сериалы на английском, любое кино, поехать в путешествие, заказать кофе где-нибудь в Австралии, а потом покататься на серфе, а потом пойти в Нью-Йорк в Starbucks. Да, с фантазией у меня бурно, не удивляйтесь, но с английским, который вы смотрите даже на этом канале, бесплатно, это вам даст намного больше, чем вы будете целыми днями сидеть и... грамматику. Ну ладно, муштровать грамматику. И последнее, вот я говорил, что 4-е это самое важное, но 6-е это не менее важно. Окружать себя только одними материалами. Это большая ошибка, и в школе было так. Вот один учебник, все. У нас даже аудирования не было, мы не посмотрели ни одного сериала, ни одного крошечного мультфильма на английском, ни одной презентации не сдали на английском. В этом суть, вы должны окружить себя языком. Английские книги, английские сериалы, английское кино, музыка, фильмы, канал Good Habit, курс Good Habit, Speaking Club Good Habit. Вот я реально, я же не просто так это из головы беру. Я таким образом осваивал английский язык. Я себя погрузил, вот как в воду в ледяную, прыгнул просто. Телефон на английский переставил, компьютер на английский переставил, доту на английский переставил, все на английский переставил. Вы понимаете, я погрузился в эту среду. Я не то, что на английском начинаю говорить сам по себе, мне уже сны даже на английском снятся, вы понимаете? И теперь это все я хочу передать вам. Я хочу убедить вас в том, что английский учится совершенно по-другому. И я не скажу, что он учится сложно, он учится интересно, он учится весело. И поэтому просто переходи по ссылке в описании, заполняй анкету, бесплатно с тобой свяжется наш куратор, поможет тебе выяснить свой уровень языка. Учи английский правильно с Good Habit. Пока. There is no tomorrow.